Там обсудят проблемы малого и среднего предпринимательства. На форуме выступят известные спикеры и эксперты из России, Германии и Китая. Лучшие бизнес-тренеры поделятся своими историями успеха. Всего запланировано более 50 мастер-классов. Глава Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что форум уже успел стать ключевым событием для предпринимателей Юга России. Главной темой форума станет цифровая трансформация бизнеса. Уверен, участникам мероприятия будут интересны вопросы кибербезопасности, искусственного интеллекта и роботизации, развития электронных торговых систем и даже цифрового сельского хозяйства. Сегодня эти темы для края имеют особое значение. Региону необходимы прорывы в промышленности, сельском хозяйстве, медицине. Кроме того, такая площадка может стать отличным стартом для тех, кто задумывается о своем деле. Первый бизнес-форум «Дело за малым» прошел в Краснодаре в 2016 году и тогда собрал более 2000 человек.